ты в хіп-хопі не шариш і нічого не знаєш, кого біфи питаєш, бо нічого не знаєш за майота, не шариш і Віржимір питаєш, ти мене пропиваєш, бо нічого не знаєш, нічого. Demon's Souls. Ми зараз будемо катати в Demon's Souls. Let's go. Ебать. Бля, я случайно пропустил, ну ладно. Так, новая игра. Выполняется вход на сервер Demon's Souls. Так, телосложение А, телосложение Б. Что? Телосложение А, телосложение Б. Окей, телосложение Б. Let's go. Так, имя игрока. Тейп Хаширама. Let's go. Тейп Хаширама? Да. Хаширама? Yes, sir. Рама из Гашиша. Хаширама. Ты в итоге be on some Japanese shit today. Да. Тейп Хаширама, let's go. Так, ребят, кто катал уже это дерьмо? За какой лучший класс начинать? За рыцаря? Я вот думаю, ну я не хочу, понял, типа с магией здесь дрочиться. Мне кажется, я бы хотел вот, перекат и все это какое-то. Рыцаря бери, наверное. Рыцаря? Да. Я посмотри, храмовник еще что такое. Это храмовник, мне кажется, да. Это типа, да. Так, у него жизненная сила 11. Интеллект 8, выносливость 3. Сила 14. Ну вот это, мне кажется, поманевреннее. Тот, типа, наверное, с щитом гоняет, типа, а этот это больше. Ну давай, ладно, рыцарь, похуй. Так, начальный класс. Ой, начальный дар. Так, путеводный свет постепенно устанавливает. Временно ускоряет. Восстанавливает ману. Найти предмет. Это флакон с маслом. Блядь, а вот тут хуй знает вообще. Ну, потому что ты не играл, и ты не знаешь. Увеличивает вероятность найти предмет. Давай, наверное, вот на это. Что ты выбрал? Начальный дар, кольцо провидения. Что она делает? Увеличивает вероятность найти предмет. Мне кажется, можно что-то типа найти с этим дерьмом. Ну, такое. Непонятно. Непонятно. Или постепенно устанавливается. Вот это вот, да, да. Травяное желе. Да, да, хп по-любому надо. Так, ладно. Ну, стиль. Такой нам больше не подходит. Стиль А, блатной, да? Голос. Стиль А, блатной, с блатной цель. Ну, вот этот, да. Так, внешность. Ну, давайте за него прямо катнем, наверное. Да не, ну... Блядь! Почему, нет? Почему дед? Выбери кого-нибудь. Да не, пускай, мне нравится дедов играть. Не, пускай вот этот дед, он такой, в нем есть свой. Есть все, свой? Все, let's go. Ну, ладно. Когда король Алан обратился к силе душ, в Болетарии Северном Королевстве наступила эпоха невиданного процветания. Но затем земли поглотил густой бесцветный туман. Теперь ты дальше. Не-не-не, я не подписывался. Олег. Салек. Ну и чё? Егор, ты постоянно в очках? Да. Почему? Потому что я не ходил. Ты мафиоза, получается? Получается, что так. Ди. Ладно, играем. Дальше. Супер. Покупай в любимых магазинах, ты с кэшбэком. Самый выгодный кэшбэк в мире это Бекет. Приводи друзей и получай больше кэша. В описании ссылки ты не можешь пропустить это. Yeah.